Итак, попробую удивить своей посылочкой вас, ребята. Пришла, значит, сегодня такая вот штука с AliExpress. Удочка. Я не рыбак, а покупал ее для друга. Подарить на день рождения. Вот. Решил его удивить. Так, значит, попробуем открыть. Коробка порвана. Так, попытаюсь открыть так, чтобы потом все удалить. Так, значит, сама удочка. Чуть больше ручки она. Намного больше, чем ручка. Катушки и сама катушка. Так, так она делается, наверное. Вот, значит, смотрим удочку, карпачок, сама удочка, значит. Так, ну скажем, по длине она больше метра. Как бы показать так? Ну то есть гнется. Думаю, карпа на 5 килограмм не вытащишь, но карасей поймать можно. Значит, так, тут фиксатор для катушки. Вот там, значит, вставляется катушка, фиксатор. Ну, думаю, он будет доволен. Так, 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 так. Вот так. Такая удочка. Закрываю крышкой. Вроде же. Ну, скажем так, больше сувенир, чем удочка. Ну, значит, длина вот такая у нее. Сколько сантиметров? Сантиметров 20. 20 сантиметров она. Такая вот ручечка 20-сантиметровая. Ну и плюс на метр выдвигается. Гибкая, не ломается. Катушка вот неплохая. 530 рублей она стоит. Катушка с леской. Была такая же за 400, но катушка там вообще отстой. Поэтому решил удивить друга этой. Так, ради прикола. Такая вот удочка.